Все районы области должны быть подключены к отоплению в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миронов на заседании правительства. Удалось ли местным властям вовремя урегулировать вопрос? И что еще осталось сделать? Сегодня с инспекцией по проблемным районам отправился заместитель председателя правительства региона Виктор Костин и наша съемочная группа. В детском саду села Угодичи Ростовского района сегодня тихо. Обычно это дошкольное учреждение посещают 23 малыша, а теперь еще меньше. Отопления нет, дети дома в тепле. Первый год такое случилось. Все время у нас мы вступали в нормально. Конечно, нарушено право, потому что нельзя при таком температурном режиме. О том, что сразу в нескольких районах Ярославской области тепло так и не пришло, стало известно временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миронову. Глава региона лично распорядился в кратчайшие сроки урегулировать этот вопрос. Если ситуация не будет у нас выправлена в течение 2-3 дней, я приму меры. Сегодня по поручению Дмитрия Миронова с инспекцией по районам отправился заместитель председателя правительства Виктор Костин. Первым делом в детский сад села Угодичи. Немножко в другой ритм работы переходим. Вроде бы небольшая проблема, там количество детей небольшое, но это наши дети. Не дай бог кто-то простыл, заболел. Утром встаешь, когда дома тепло, уже приятно, да. Вот так же и здесь должно быть. Виктор Костин лично проверил готовность котельни в селе. Как пояснили рабочие, трудятся ускоренными темпами. Выходят даже ночью. Уже завтра тепло должно поступить во все дома селян. Ну, хорошо, что справились. Хорошо, что мы эту ситуацию вовремя сумели вместе с вами проконтролировать. Я надеюсь, что на следующий год такого не будет. Следующая остановка – Переславль. В списке городов области, куда тепло так и не дошло, он на первом месте. Отопления нет, очень холодно. Постоянно приходится включать обогреватели, дети с соплями бесконечно, лечи-не-лечи, а холодным воздухом дышат и постоянно простужены. Отопления до сих пор нет. Греемся печками с детьми. Холодно очень. Из-за холода в Переславле даже закрыли один детский сад. Люди жалуются, что домой распустили детей, а дома-то холодно все равно. То есть из одного холода дети попали в другой холод, и они сидят дома и все равно мерзнут. Как отметил заместитель мэра Переславля Александр Малышев, работа по подаче тепла во все дома города идет непрерывно. Подключено уже 60% квартир. Еще в 100 объектах социальной сферы потеплело за время инспекции Виктора Костина. Постепенно нагреваются батареи и в школе номер 3, о которой говорил Дмитрий Миронов на заседании правительства. Сегодня во время поездки не оставили без внимания и Переславский район. Здесь без тепла только один объект – детский сад «Колосок». Сюда вместе с главой Переславского района Виктор Костин выехал незамедлительно. Задача губернатором поставлена, она будет решена. Я думаю, что и сегодняшние наши беседы с главами муниципальных образований о переходе немножко на другой ритм вообще отношения и к населению, и к себе, на более активный, на более ответственный. Но в ближайшее время это даст свои результаты, и мы наладим работу, выстроим ее, и все будет у нас хорошо. В понедельник Виктор Костин ждет подробный отчет из Ростова и Переславля. Проверит каждый объект. Как отметил заместитель председателя правительства, местные власти оперативно отреагировали на замечания Дмитрия Миронова. Но еще раз подчеркнул, задачи губернатора должны исполняться неукоснительно и в установленный срок. Александра Панкратова, Денис Ромашов. День в событиях.